игра души. Отчего тогда слышу звуки я, а душа зовет и куда ведет? Как, коснувшись тех белых клавиш, вдруг мир души внутри, став мелодией, поменяет внешний мир, как и все вокруг. Слышу просто звук, сердце бьется в такт, пальцев быстрых стук, клавиш белых лад. В те мгновения, кто имеет слух, замирает вдруг, всей душой впитав музыкальных нот, не написанных откровений, не имеющих никогда потом от тех дней судьбы повторения. Но кто слышал, как пианист играл возле озера Галилейского, в медитацию будто бы впадал, воспарив душой бессознательно. Как ласкают слух звуки ладные, так играет дух, да как слаженно. Кто играет там? Кто сидит в тени? Кто смущается быть замеченным? У души же нет ни имен, ни лиц, и душа тогда вся вселенная. Кто играет там? Кто сидит в тени возле озера, что священное? Кто играет так, что внутри дрожит что-то вечное и бесценное? Словно облако, то душа парит, словно облако в бесконечности. И тогда творить пианист спешит, чтобы оставить след в этой вечности. Но, скорее всего, на песках времен след волной морской будто смоется, а душа опять, поиграв сполна, так устроен мир, успокоится. Thank you.